Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир. Я продолжаю проходить мастер-лигу в игре PS 2013. И перед тем, как мы перейдем к очередному матчу, я бы хотел приобрести данного игрока. Это правый защитник из Испании, довольно молодой, 23 года. Весьма известный в своей стране футболист, он развивается в самой начальной стадии, но играет очень стабильно. Играл за команду Вильяреал, если я не ошибаюсь. Покупаем данного игрока. Также я заметил, скажем так, одну звездочку из Англии, которую тоже вполне можно купить, если постараться. Это... где он есть? Вот он, Алекс Чемберлен. 24 года. Это действительно популярный игрок. Так, сколько там процентов? 35%. Ну, вполне можно его купить. Надо несколько раз предлагать сделку, и у нас явно получится. Как вы заметили, я первым делом купил право защитника, и это неспроста, потому что одного защитника я буду продавать. Это Трауре из Мали. Ему, во-первых, 26 лет. Да, это еще, как говорится, не старый он. Но посмотрите вот сюда. С ним уже все понятно. Места для роста он уже не видит. То есть он не растет уже как игрок. Все. Он наш, как говорится, встал. И больше расти не будет. Поэтому я его... на трансфер ставлю. Будем продавать его. Либо выгонять. Итак, ну что, теперь перейдем к матчу с Кубанью. Играем мы в гостях. Кубань очень даже нелегкий противник. Я думаю, что матч будет не из легких. Неплохо его перехватывает Турик. И, конечно, Турика сразу забирают меч. Давай, прессинг. Ну не фалить. Я просил прессинговать, аккуратно забирать мяч. Ну не фалить. Неплохо. Так, ну открывайтесь. Отлично. Тиаго, Турик. Тут можно попробовать передачу сделать. Ну, не на Тиаго. На нашего нападающего, потому что я видел, что он забегал. Неплохая передача. Пробить бы. Конечно, тут мешаются на пути, блин, игроки, и поэтому удар, собственно, не получается. Мустафаев забирает мяч. Свежов. Да ё-моё, очень какая-то хреновая передача получилась. Удар! Неплохой удар будет угловой. Тиаго мяча. Подача. Ух! Можно было забивать в данной ситуации. Прогвайдзе, догоняй его и забирай мяч. Подача. Эйц, молодец, подстраховал вратаря. Турик. Свежов. Плохая передача на Турика, но тут... теряем мы мяч. Сразу отбирает у нас Мустафаев. Ну уже открывайтесь. Один Макс здесь всех не пройдет. Так, мы подхватим Мустафаев, молодец. Мяч по-прежнему у нас. Wants to get this forward.
Плохая передача. И Натурика, правильно. Удар. Этот вратарь, конечно, отбивает. Свежов. Выбивает у него мяч сразу. Не успевает даже обработать он его. Осипенко. А пробить попробовать? Ага, конечно, тут пробьет. Они сразу под мяч бросаются. Опасно. Мустафаев убивает мяч. Свежов. Эх, не доходит передачи до нашего нападающего. Да, сложно забить Кубани. Очень даже сложно. Давай, не дай подать, Турик. Молодец, отбирает мяч. Тиаго. Не отдавать на мяч ни в коем случае. А вот тут он желтый получит. Я ушел вовремя, как говорится. Поставил корпус, а он сзади по ногам и ударил. 38 метров до ворот. Попробуем пробить. Ну, слабоватый удар. Не сказать, что вратарь. Так, вот это опасно может быть. И угловой удар. Подача. Молодец, выбивает. И удар. Похоже, там штанга была. Это опасно. Действительно, вот этот самый опасный момент пока что на данный момент. Это Кубани был. Турик. Неплохая передача. И бей! Что так поздно-то бил? Неплохой перехват. И теряем мяч. Ну не фалил я ведь в мяч играл. Быстренько Кубани разыгрывает. И как же так, не забрал ты мяч? Вратарь спокойно забирает этот мяч. Хорошо, да? Свежов. Тиаго. Турик. Офсайд, говорят, нет никакого офсайда. Ё-моё. Офсайда там никакого не было, а вот Турик, к сожалению, не попал даже в створы. А тем временем заканчивается первый тайм. 2 минуты добавляет арбитр. Да ёпшта, блин, зачем ты так сделал? Турик, молодец, забирает мяч. А попробует забить, блин. Один свежок, просто один. И попробует пробить, удар! Игрок помешал. Все, заканчивается первый тайм. Счет на табло 0-0. Турик. Не проходит передачу. Давай, парагвайц, пошел. Ай-яй-яй-яй, и что там будет? Будет аут. Я думал, будет штрафной удар. Но нет. Тиаго, потеря. И это может быть опасно. Молодец, молодец, просто не дает наш защитник. Подать Кубани и создавать какие-то моменты.
хочешь назад играть, прессингуют. Да как же так? Вот такую ошибку допустить. Ёж твою налево, это может плохо закончиться для нас. Подача! Хорошо, что там никто не замыкал. Давайте теперь мы контратаку, хотя он в защите довольно много игроков. Все равно. Турик, вот это неплохой момент может быть. Да ё-моё, да что ж такое, Турик очень сегодня не точно бьет. Действует, движется нормально, но удар у него уже второй вот, ну, не получается, он в створы даже не попадает. Лучше тогда ему не бить. Вообще сегодня. Не его день. Ну, просто не его. Ой, хорошо разыграли, а пробить бы! Да, ее тут пробить. Комбинация неплохая была. Рейц, это твой фланг. Почему ты упускаешь? Ох, блин, ну тут Мустафаев. Штрафный удар. Подача. Да, тут еще попробуй забей, тогда не очень получается. Что я сказал, сложный матч. Сложный очень. Тиаго. Контратака. Нет офсайда. Неплохая передача, и пробить бы. Бросается под мяч. Не дают просто пробить. Неплохо. Тури. Еще одну атаку пробуем. Неплохая передача. Пробить! Наконец-то 1-0. Забиваем. С огромным трудом, но забиваем. Вот так, вводить, кстати, особо некого. Там, опять же, многие игроки не готовы к этой игре. Сейчас противник попытается отыграться, то есть забить, сравнять счет. Блин, надо до последнего стоять, но не пропустить. Не ошибаться в обороне. Потому что вот у нас так в последнее время происходит. Мы забиваем и пропускаем сразу. Вы понимаете, все похоже. Все, конец. Ошибки вот пошли. Хотя вот, знаете, выбрались из этой ситуации. Свежов. Ошибка. Давай, прогвайдс, бороться. Ё-моё. Подача! Вратарь молодец. Тиаго. Кореец молодец. Вперед пошел. В атаку я ошибся. Давай, молодец, выбивает мяч. Убал какой-то от нас. Угловой удар будет. Подача. Выбить. Добивание. Почему? Удар. Что там было? От кого мяч уходит? От нашего игрока. Подача. Еще один аут. Выбить. Первый театр. Как-то это было странно. Вратарь еле-еле отбивает. Турик. Свежов. Не проходит передача на парагвайца. Но он забирает и зарабатывает даже аут.
Мустафаев. Турик. Да, тут, блин, пас особо не сделаешь, не пробьешь. Блин. Парагвайц попробует. 2 минуты добавляет арбитр. Тиаго. Турик. Доиграть, просто доиграть, я чувствую, надо. Держать у себя мяч, иначе будет. Тиаго. Что, запутался. Хорош, передача и... Удар! Это ударом не получается, но арбитр свистит, все, конец матча. Ну, блин, сложно было, сложно было. Вот мне приходилось в конце матча тянуть время, чтобы удержать этот счет. 1-0. Обыгрываем Кубань. Так, по-прежнему на первом месте мы идем. И ждем. Ждем результаты трансфера. Ждем новостей, скажем так. Переводим время. Итак, сейчас, похоже, прошла 26 числа жеребьевка. Если я не ошибаюсь, да? Так, сейчас матч с Краснодаром. А, это национальная сборная. Я думал, жеребьевка прошла. Нет, гляньте, до сих пор жеребьевки еще нет. Обидно. Так, Краснодар. Играем в гостях. Опять у нас что-то все уставшие, все убитые какие-то. Печально. Очень печально. А на этот фланг кого уводить? Можем вот так рокировку, конечно, сделать. Чтобы сюда Трауре вывести. А вас тогда двоих на замене. Вратарь вообще, блин, не готов. А запасной у нас, ну, он, во-первых, неопытный, да и тоже у него показатели, смотрю, не сильно уж ты готов к матчу. Ладно, пробуем, чё. У нас выхода нет. Играем в гостях, Краснодар, блин, сложный клуб тоже, неприятный. Причем, по-моему, сейчас на втором месте идет, если не ошибаюсь, или на третьем. Ну, где-то приблизительно на этих местах он идет. Понеслась. Нас ждет тяжелый, трудный матч. Хоть у нас многие уставшие, многие не готовы к матчу. Но мы должны попытаться вырвать здесь победу. Турик. А, ну конечно, наш нападающий закрыт. А зато Турик отбирает мяч и пробить! Вот, неплохо. Хоть, конечно, и удар слабоват был, но вратарь, видимо, не ожидал. Как-то робко у него отбил. Угловой удар, Тиаго, мяча, подача. Бля, неудачно получилось. Очень неудачно. Вот так вот. Можно сказать, выход один на один. Но нет, тут сразу накрывает его. И до конца он доходит. И передача проходит на дальнего. О, хрен вообще, так все у них идеально произошло. Прострел! Да выбить! Что там было вообще? Какая-то хрень непонятная. Штрафной удар. Вот это момент еще был. Могли спокойно нам сейчас забить. Ну, блин, это Краснодар. С ними не так уж просто играть. Как вы думали. Так, ошибка. Ошибка. Зачем так передачу сделали криво? Еще и звук затупил. Очередной раз. Так, что-то нас прям конкретно прессингуют. Это как? Офсайд!
О-о-о, это невероятно! Там должен быть офсайд, но то, что они не забивают пустые. Просто он, опа, замахом убирает нашего вратаря и попадает в нашего защитника. Капец. Подача. Мимо. Вот это начало, вот это вот, блин, нас давит. Вот что значит команда не готова моя и уставшая очень. Ну-ка, давайте соберемся и покажем, где раки зимуют. Свежов. Свежов, удар! Ну да, это, конечно, удар не назвать. Вообще не точно и очень слабо. Давайте, забирайте, прессингуйте. Забрали. Турик. Давай, пошел Турик на скоростях. Неплохая передача. Там пробить не дадут, блин. Проглаивается, играем. Правильно, правильно. А как дальше действовать, я не знаю. Отбирает у нас мяч. Вот это может быть опасно. Молодец, Симонов, как все грамотно он сделал. Опасно может быть Трауре. Ну давай, что ж так медленно ты бежишь. Подача. Вратарь тащит. Угловой удар. Капец, как же все сложно, а. Подача, выбить. Молодец. Контратака, получится ли она у нас? Все, накрыли, ни хрена не получится. Уж все вернулись назад. Свежов. И отбирает у нас мяч. Ничего там не было, все в пределах правил. А вот тут ты мне по ногам дал, кстати. Гнида, блин, а. Перевод на другой фланг, но тут молодец Трауре, все. Контролем держал. Свежов! А вот тут можно попробовать забить. Хорош передача нападающего нашего, он тут пробить ему не дадут. Турик! Блядь, что это за удар такой слабый? Неужели настолько уставший, что пробить нормально даже не может? Он еле катился, даже, по-моему, он не ворота шел, мяч. Да, похоже, реально очень сильно устали. Прострел! Ну как? Просто закатывают мяч, блин. Ну к этому все шло, на самом деле. К этому все шло. Итак, 1-0. Ну, время есть. Можем, в принципе, попробовать хотя бы на ничью, потому что победить тут нереально, как я смотрю. Трауре, неплохая передача. И пробить! Удар! Забиваем, неужели? 1-1. Причем еле-еле, он даже вот нападающий наш как-то так слабо пробил. Ну хорошо, что он докатился и от штанги взлетел. Отлично, сразу ответили на этот гол. А вот тут они ошибаются, ну и мы ошибаемся, неточные передачи делаем. Знаете, по ногам, сволочь. Все специально это было, тут я специально ударил, взбесили они меня.
Две минуты добавляет арбитр к первому тайму. Давайте, доиграем. Ё-моё, подача! Так, удар Тору. Мустафаев. Потеря и все. Перерыв. 1-1. Очень сложно дается нам эта игра. Ну, это понятно почему. Ни для кого не секрет. Сейчас во втором тайме, мне кажется, еще сложнее будет, потому что вдвойне команда устала. Они и так уставшие шли на матч. А точнее, выходили играть. А тут еще и тайм отыграли, и второй еще предстоит. Так что будет сложно очень. Он пошел прогвайц. Не догоняет его. Аут. В смысле? Да как так-то? Нет, боковой арбитр вообще слепой, гнида. Как так-то, блин? Почему они скидывали, а не я? Он же в мяч сыграл. То есть, ну как там, ладно, не буду спорить. Хренство. Тиаго. Турик. А, хрен тебе. Блин, а он тут замотался. Штрафной удар. Так, тихо. Сейчас прессингует, падла. Потеря. Аут. Тиаго. Турик. Вот тут может быть неплохо получиться. Давай, блин, догоняй эту. Да, ё-моё, и передача такая небрежная. Опасно, может быть. Удар! Ну, конечно, конечно, все к этому шло. 2-1. Да, ребята, это плохо. Ладно, время есть. Хотя бы в ничью. Ну, ты еще попробуй забей. Свежов. Рура. Не проходит мяч. Блокирует, блин, твари. Турик. Тиаго. Да ё-моё, как... Мухи на говно налетают. Просто капец. Сразу оравы налетают, человек 5 их и попробуют. Пробей или еще что-либо сделай. Да что ты руку поднимаешь? Забегать надо. Турик. Удар! 2-2. Сравниваем все-таки. С трудом, но сравниваем. Дубль. Оформляет наш нападающий. Так, все-таки надо замену делать. Я вижу, что они мертвы. Они просто еле двигаются. Они ошибаются. Они ничего не могут сделать. Давайте там по замену хоть кого-то надо выводить.
Никола заместит Турика. Ой, блин, там почти красного нет, он настолько измотан. Ну, две замены более-менее могу сделать. Все. Ну, а Сипенко, ладно, выведем. Потому что он более-менее свежий. Вместо Симонова. Команда измотана. Но 2-2 играет. А если еще и вырвать здесь победу, я буду удивлен. Никола. Свежий Никола вышел. Ну как свежий, он немножко уставший там был. Уже. Если я тебе дам передачу, будет офсайд. А тут, блин, точно передача не получилась. Да е-мое. Отлично. Наш мяч. Свежов. Никола. Давай, вот ты свежий вышел. Давай, покажи. Мастер-класс. Свежов. Неплохо. Нет офсайда. Да ладно. Нет, в натуре нет офсайда. 3-2. Да нахрен. Просто хитрик от нашего нападающего. Доиграть, бляха, ух, сейчас самое сложное это доиграть матч. Это сейчас просто ад. Потому что они сейчас будут пытаться забить. Капец, как сейчас сложно будет. Время еще там, минуты, сколько ты, я не помню, сейчас посмотрим. Есть время еще, капец, сколько еще времени. Да. Сложно, сложно доиграть будет. Никола. Куда так отпускаешь, дуралей? Штрафную, да, все правильно делаем. Так, тихо, держи мяч. Да, тут попробовать. Я как-то и не стремлюсь забить гол, я просто специально держу мяч. 2 минуты добавляют арбитр. Тиаго. Как назло, все в атаку подключаются, и защитники наши. Зачем? Свежов. Тем временем время-то закончилось. Наша атака, последний матч заканчивается. Наконец-то! Мы вырываем очень сложную победу. Наша команда была совершенно не готова и уставшей. И мы вырываем, видимо, здесь победу. Удар! И Свежов еще забивает! Вот так вот. 4-2. Очень сложная игра. Наисложнейшая. Мы побеждаем со счетом 4-2. Все, арбитр, свисти. Победу уже по ней привел. Вы что думали, я без боя не сдамся. Пятьдесят один. Офигеть, за нами идет Рубин. 37. А, вон, похоже, 5 числа будет жеребьевка. Если я ничего не путаю. А я жеребьевку очень жду. Мне очень хочется узнать моего противника. В 1/8. Так. Правый защитник к нам перейдет в клуб. Которого в начале серии я вам показывал. Давай, из Испании. А
А как раз в следующей серии у нас матч с Рубином, который за нами идет на втором месте. Что-то у нас игрока из Мали покупать-то не хотят. А трансферное окно закрывается. Ё-моё, Чемберлен, похоже, не успею купить. Да, он не будет играть за наш клуб. Ну, я так и думал, с первого раза его не купишь. 35% там шанс был. То есть сразу второго, третьего можно было его купить. Турик травму получает. Блин, обидно, обидно, обидно. Трансферное окно закрывается, ну и получается только одного игрока купили. Да. Ну, значит, Труре. Видно, не судьба. Уж извиняй, но я вот так сделаю. Ты мне не нужен. Да, это плохо я поступаю. Очень плохо. То есть игроков и так мало, но нет. Я его выгоню лучше. Сегодня последний день трансфера. Да все, я уже никого не успею. Одного игрока купили мы. Ну ладно. Да, то есть 5 числа он уже подготовлен у нас. День, это 21 число будет. Будет первый матч в Лиге Чемпионов 1-8. А 5 числа мы узнаем, с кем будем играть. Замечательно. В общем, ладно. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи, всем пока.